Приветствую вас, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же моряк, и это «Фокусы от моряка». Друзья, в этом видео я хочу научить вас очередной такой прикольненькой тасовочке. Я не знаю, как она называется, она в принципе похожа на рифу шаффл, но делается другой стороной колоды. Выглядит она следующим образом. То есть вот таким вот способом я перетасовываю свои карты. Так вот захватываем и перетасовываем. Вот такая вот тасовочка, друзья. Что ж, теперь давайте поглядим, как ее исполнять. Итак, друзья, для того, чтобы выполнить эту тасовку, захватите колоду в левую руку лицевой стороной к себе. Далее, захватите ее вот таким вот образом. Обратите внимание, где у меня указательный мизинец, средний и безымянный пальцы лежат. Значит, я так вот ее захватываю, беру примерно посередине, вот так вот серединочку отрываю, переворачиваю сюда к себе в руки. Далее, собираю пальцы вот здесь вот снизу. Указательные у меня упираются вот здесь. Большие вот так вот изгибают эту карту, эти карты. И теперь я начинаю вот так вот их отпускать. И они начинают просто сыпаться вниз. После чего я их вот так вот постукиваю и собираю вместе. Снова поделил. И перетасовал. Снова поделил. Потасовал. Тасовка несложная. Выучите вы ее быстро, тем более если вы умеете делать рифл шаффл, то никакой проблемы она у вас не вызовет. Вот такое вот тасование, еще одно в ваш арсенал, друзья мои. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же моряк, и до встречи в следующих видео. Пока!